чудо Ханука наше, когда Геннадий Корман вернулся к нам в общину, в городе. Идея Ханука, вообще у евреев все должно быть сразу. Когда у нас исполняется бар-мицва 13 лет, сразу мы обязаны исполнить часов 13 заповедей. Когда мы одеваем тфилин, мы одеваем сразу на голове, на руку. Есть одна мицва, которую мы делаем шаг за шагом, Ханука. Когда идет борьба между силой света и тьма, мы зажигаем первый день на одну свечу, во второй день две, потому что не надо все сразу. Шаг за шагом мы побеждаем. И то, что происходит сегодня у нас в городе, когда город стал светлым, правильно, везде фонари горят, везде хорошая атмосфера и в духовном смысле. Это благодаря нашего мэра и Геннадию, я вам очень благодарен от имени жителей города, от имени община, что у нас, я несколько дней назад гулял по городу, все лампы горят, дороги делаются, и такая атмосфера, что хочется радоваться и хочется отмечать праздники. Мы сегодня просим Всевышний, что дал вам силы, энергия и мазал. Мазал – это удача, для того, чтобы могли продолжать великое дело на благо жителей города, на благо всех людей, которые любят этого города. И с нами сегодня представители, кроме евреев, все национальное меньшинство. Таких сколько? 10 представителей. Потому что Днепр – это хороший такой мозаика, это город, где все чувствуют себя комфортно. И мы благодарны вам, что вы с нами сегодня. Сейчас мы начнем религиозную церемонию. Геннадий Олегович скажет благословение, и после каждого благословения надо отвечать большой амен. Когда вы ответите амен, это как если бы вы сами тоже зажгли эту. Пожалуйста, буклет. Борух ато Адоной Элейну Мерех Вейлом Ашер Кедешону Бенецвойсу Бецивону Ладли Нейр Ханако. Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка Вселенной, освятивший нас своими заповедями и повелевший нам зажигать ханукальный огонь. Для наших отцов в те дни, в это же время. Борух ато Адоной Элейну Мелех Лейлон Шейхейлон Бекимонон Бейхионон Мизман Азе. Обратите внимание на это благословение. Вот эти слова, которые вы сейчас услышите, это не только произошло 2300 лет назад, это происходит нам и сегодня. Благословен Ты, Господь Бог наш, Владыка Вселенной, давший нам жизнь, поддержавший нас и давший дожить нам до этого времени. Не стало, не даром, а что не стало.
Я тоже ночью. Да, не спала, не. Я здесь кофе выпила, потому что поэтому себе так сказали. Хорошо выглядит. Анерот, Алалу, Анумашикан, Атшот, Беак, Анисим, Беак, Анифлоу. Шасита, Лаотейну, Баяним, Айем, Безман, Азе, Аль, Едей, Туанеха, Абдушин, Вихоль, Шмурат, Емей, Ханука, Амерот, Алалу, Кодеш, Эр. Ваей, Лану, Ршут, Лейкитмаеш, Баен, Эла, Лариотан, Билват, Дей, Леодот, Улиалег, Лешимах, Лешимха, Агадой. Аль Несиха, Веаль Нефлотеха, Веаль Ешуотеха. Перевод. Эти свечи мы зажигаем в память о спасении и о невиданных чудесах, которые ты совершил ради наших отцов. В те годы, в это время, руками твоих святых священников Коганим. И это 8 дней Хануки, эти свечи будут священны. И нет у нас права пользоваться ими и только смотреть на них, чтобы благодарить и прославлять Твое великое имя за Твои чудеса и за дарованное Тобой спасение. Буквально два слова, уважаемые дамы и господа. Мне очень приятно всех видеть вас. В этот день мне неудобно, что я стою выше вас, потому что это нехорошо. Я хочу сказать, что это действительно чудесный праздник. Это праздник чуда. И это чудо в каждом из нас может быть, если мы чуть-чуть приоткроем свои сердца, немного приподнимемся над собственным эгоизмом, научимся отдавать, научимся дарить добро, научимся дарить друг другу хорошие мгновения. Есть такое выражение у евреев, именно у каббалистов, они говорят о том, что нужно научиться победить в себе греха. Почему греха? Потому что в те времена греческий народ был такой империей, которую, в общем-то, навязывали всему миру, в частности, еврейскому государству, свои традиции, свою религию языческую, да, и, естественно, евреи не хотели подчиняться этой традиции. И за это греки растращили иудейский храм и убивали евреев, потому что евреи, как всегда, не опускали голову ни перед одним поработителем. Поэтому я желаю каждому из вас в этот день побольше света, побольше добра, побольше любви. Как говорится, ну и чудо всем, чтобы было чудо. Спасибо. Ну, я вам скажу так, что, наверное, я действительно знаю точно, что если верить в чудо, оно всегда сбудется. Я хочу вам сказать, говорят, что у нас еврейский город, но наш мэр не еврей. Но я хочу вам пожелать нам, что мы любили евреи сами себе, так как Борис Альбертович любит нас.